Лиска к мамочке прибежала, моя девочка. Еще одна. Вот это моя сладенькая, мои девочки любименькие. Так, кто вперед первый залезет на кровать? А мы сегодня ждем гостей. Я уже накрыла стол, поставила сыр на тарелку, кижич, оливки. Так, приготовила я, значит, пожарила стейк из семги. На гарнир у нас картошечка. Сделала грузинский салатик. Сейчас заправлю оливковым маслом и поставлю на стол. Позже дам вам рецепт. Кстати, очень вкусный салат. Тимуйка захотел стейк из говядины. Сейчас я буду жарить. Это жарится Димулькин стейк. Так, стол почти накрыт. Гости на подходе. Димулька, иди встречай, кстати. Они уже подъехали. Какой-то вкусный салат. Вы просто не представляете, грузинский, с грецким орехом. Сразу дам вам рецепт, потому что завтра забуду написать. Овощи, грецкий орех, зелень, лучок. Заправляем все оливковым маслом. Ну и специи по вкусу. Семга. Стейк из семги. Так, любимый, сейчас будет пробовать стейк. Хотя уже попробовал. Конечно. Так. Из мраморной говядины. Жена, ну как? Вкуснятина. Во рту тает, любимая. Нравится тебе? Конечно, нравится. Ну, я рада. Приятного аппетита. Спасибо, любимая. Тебе тоже приятного. А к нам приехал наш любимый Экомаркет. Заказала продукты. Сырную тарелку. Держи, моя помощница. Вот еще одна девочка моя любимая пришла. Так, ягодку. Девчонки, вам заказала. Малинку. Давай, Зай, покажи, твоя любимая ягода? Да. Как называется она? Голубика. Голубика? Да. И еще? И малина. Это тоже тебе? Да. Неси на кухню. Иди, мой ягодку. Так. Мои девчоночки, мои ягодки. Как ягодка, Василисочка? Вкусненькая? Да. Еще тебе дать? Какую тебе положить? Малинка. Малинка? Да. А тебе какую, Софишка? Я вот такого себе слепила. Да, доченька. А ты себе какого? Классный. Смешно тебе? Давай маме. Сейчас она его разберет. На части. Хэллоуин. Так, что мои девчонки делают? Так, подожди, я уберу сейчас младшую сестру твою. Опа! Все, скатывайся. Опа! Давай.
Ну попробуй. Я смотрю, смотрю внимательно. Какая красота! Ее надо убрать. Сейчас уберем. Сестра сейчас скатится. Поддерживайте фигуру. Молитвами. Все же закрыто, все торговые центры, магазины, парки и так далее. Софишка уже выросла с этой качельки. Помните, у нее раньше ножки висели? Сейчас ножками достает до земли. Растет наша девочка. Магазин. У нас, кстати, открыт магазин возле дома. Закончились эти пюрешки. Софийка их так любит, а до сих пор ест. Хотя я ей даю и различные фрукты. Вот любит эти пюрешки. Сейчас хочу взять ее.
Не так. Не так? А как правильно? Лесу найди на елочка, лесу она росла. Зимой и лето слоеная, зеленая была. Летела песенку. Спи. Спи, бай-бай, елочка. Мороз. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Talking, we taking notes. Tell them all to keep making posts. Wish you could, but you can't get close. Oh. Давай, давай. Софишка, лови мышку. Подожди, Василечек, не катись. Да, отходи, зайка. Отойди, сейчас Василечек покатится с горочки. Василиска, не удержалась, да? На улице захотела киндер. Софишка, покажись, красотка. Ой, какая девочка в голубенькой шапочке. Под глазки. Тоже хочешь? Отдай печеньку, Димон. На, солнышко, тебе печеньку. Мама, давай варежку сейчас сниму тебе. Давай. Давай, снимай, молодец. Софишка печеньку ест. Тебе нельзя, солнышко. Киндер. Мальчик там, да. Моя голубоглазка. А ты моя зеленоглазка. Все в шоколаде. Шоколадная душа. Исчезни, малявка! Не так кабачков захотелось. Любите кабачки? Я обожаю. Вкусно и полезно. Одного нечестно. Ищи. Не малявка. Ты всех нас любишь. И маму, и папу, и Софию. Да. Ах ты наша сладость. А мы тебя тоже, доченька, очень сильно да. любим. Да. Ну скатай меня. Раскатать тебя, да? Покатать тебя? Да.
Сейчас покатаю, моя девочка любимая. Да, мышка готова. Все, мышка тоже готова? Угу. Ну все, погнали, поехали. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто, а когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Девочка, тебя тоже люблю. Иди ко мне. Мы обязательно с тобой пойдем скоро на гимнастику. Сейчас просто все закрыто. Да, малышка? Потерпи чуть-чуть. Сейчас после каникул, хорошо? Софишка. Ой, молодец. Куда я пошла? Куда собралась? Свет выключила? Ну-ка, включи свет. Ну и... Моя помощница. Еще одна растет. Василечек всегда мамочке помогает. Поближе подойдите, тете. Вставайте продукты. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколада, гламурных подкладок. Я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если че. Иди сюда, я тебя поцелую. Зашибательная я, не верю сам, что ты моя. Засыпай, ты для меня всего. Дороже засыпай. А как на маму ты похожа, милая. Yeah. Ride with the mob, alhamdulillah. Check in with me and do your job. Earth is the name, the baller did the chain. Turn on for. Давай поболтаем обо всем. Давай выпьем по чуть-чуть. Добрая печаль, лучшая грусть. Унесет слава с моих уст. Давай поболтаем обо всем.
Друзья, вы знаете, что я с Экомаркетом дружу уже который год. У них всегда все продукты свежие и органические. Заказала девчонкам ягодки. Вкусная ягода? Да. Как называется ягодка? Малинка. Да, доченька. Ешь на здоровье. Ягодка полезная. Это сейчас товар недели. Голубика отборная. Гляньте, какая она огромная. Она очень вкусная. Я, кстати, ее помыла. И виноград. Виноград королевский. Гляньте, какой он огромный. И вкусный. Как голубика. Это товар недели. Виноград за 95 рублей. Представляете? И голубика отборная 250 грамм за 249 рублей. Это просто идеально. Молочко в Экомаркете всегда свежее. Любим это молоко. Сливки для кофе заказываем. Детские творожки. У меня их дочки просто обожают. Попробуйте. Очень вкусные. И запеканка обалденная. Обожаю эти кокосовые чипсы. Это, кстати, веган. Они идут с различными вкусами. Попробуйте. Морковь по-корейски острая. Мне очень нравится. Люблю такие вот орешки в меде. Так, заказала клубничное варенье. Различные соусы. Решила взять на пробу вот такое растительное масло. Так, и еще бесплатная доставка на первый заказ действует в приложении на сайте. У меня в руках ложки, поварешки, половник. Все это заказываю тоже в Экомаркете. Помимо продуктов, у них еще есть и продукция для дома. Подгузники Софишки заказываю там же. Детские салфетки. У них также есть моющее средство для дома. Малышка, танцуй, 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 вместе со мной кайфуй, кайфуй. Малышка, целуй меня, целуй, это наша ночь, кайфуй. Иди сюда, я тебя поцелую, ты сногсшибательная, я не верю сам, что ты моя. Доченька моя нереальная, на руках готов носить тебя всегда. Твои глазки, как оливки,